Общественный транспорт краевой столицы во время январских праздников изменит режим работы. 1 января плановое количество автобусов большой вместимости сократится вдвое. Со 2 по 8 января выход в рейс будет производиться по расписанию выходного дня, сообщает в городском комитете по транспорту. Такие изменения связаны со спадом пассажиропотока на время новогодних каникул. Также в ночь с 6 на 7 января в Барнауле трамваи 1 и 7 маршрутов будут следовать по специальному пути от Покровского собора до станции Докучаева. 31 декабря перевоз жителей будет осуществляться в штатном режиме.